Так, ребята, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну что, снимаю немножко поздно, да, так сказать. Потому что, ребятушки, извините, работа есть работа. Как говорится, и, соответственно, только сейчас под вечер, под 11 час ночи, не знаю, снять видос. И аж Сонька еще ко мне. Короче, давненько не было у нас модов под Америку. Так вот, давайте посмотрим. У нас сегодня вышел интернационал Транстар какой-то 407. Что это за чудо техника? Не знаю. Может быть, даже мы с вами поедем на нем в пятницу. Почему бы нет? Все зависит от того, как понравится ли он нет. Слушайте, старичок, круто, не спорю. Посмотрим, что он из себя представляет. Пока Соне нравится. Соне нравится? Нравится пока? Нравится? Ну, пока нравится. Ну, точно нравится. Ну, хорошо. Ну, значит, нравится. Все сказал? Теперь можно я скажу? Спасибо. Короче, давайте смотреть, что он состоит и так далее. По кабине у нас несколько... Две кабины. Кол и... Дайкап. Ага, я понял. Окей, либо так. Либо так. А что меня... Подождите. Оно по 500 раз, что ли, меняется? Не пойму. Или нет? А, нет, ну вот так. Ну давайте, ладно, окей, пусть так будет. По шасси у нас, что у нас, 3 на 3, либо там длиненное, я так понял. Окей, хорошо, по двигателям. Здесь очень, в принципе, мало двигателей. Кумицы 275, это то, что знакомо мне. А вот это, я не знаю, V8-92 TTA и 6.7N Federal Injectors 240. DD6V, это я вот эти такие двигателя, к сожалению, не знаю. Кумицы 275, в принципе, они знакомы. В основном на старичках они, да, ставятся. Из модов, если говорить, то они в основном на старичках. Окей, по трансмиссии 5 передач, 10-13. В принципе, мне 5 подходит. Самое то, что надо. Поэтому мы на не, я думаю, что на не поедем. Внутри что? Ух ты! Ничего себе. Ничего себе. Ну, раньше, да, раньше кайфово, потому что сразу все было сделано для водителя. И, соответственно, все, кнопочки, все было здесь. Здесь у нас несколько кабин, я так понял, интерьеров. Что меняется? Цвет. Чисто в цвет. Цвет, цвет. Я понял, хорошо. Какая цена? Ну, самое нормальное, так, в принципе, такой поставить. Там это, что прям круто и любопытно. Окей, хорошо. Конечно, по салону топ. По салону топчик. Что у нас по покраске? У нас есть несколько каких-то скинов. Два скина. И плюс польский цвет металлик, либо серый такой, либо просто тоже выбираешь. Вот такого плана. Окей, давайте скины выберем. Конечно, скины. Давайте такое. Что? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что у нас по аксессуарам? Достаточно для данного мода. Прикольно и много. Даже не много, а нормально. Здесь у нас мы можем выбрать различные бампера. Хорошо, очень много. Очень достаточно их много, которые на цвет и вкус мы выбираемся. Даже вот так вот даже можно сделать. Хотя мне вот так вот прикольно нравится. Пусть будет. Вот. Плюс здесь мы... фары меняются в плане... дождя вот этого, да, чтобы дождь не попадал на фары. Вот, или бы так. Хорошо, что здесь? Подожди, я не попадаю. Вот, здесь понятно. Здесь что? Сама решетка меняется. Можно ли бы вот это отключить сами? Ага, это хрен то так. Ладно, здесь что? Сама надпись, вот эта вставка меняется. Хорошо. Плюс вот эта вставочка, я не знаю, как это правильно назвать, честно скажу. Здесь понятно. Антенна. Хорошо, здесь что? Блин, решетки какие-то у него идут. Соответственно, мы можем звуковые сигналы ставить. Плюс... либо так даже можем поставить. Окей, хорошо. Это у нас дополнительное освещение идет. И, соответственно, мы козырек убираем на цвет и вкус, как говорится, очень их достаточно прям много. Но мне нравится вот такой. Слушайте, ну прикольно выглядит, прикольно. Ну, старичок есть старичок, как говорится. В целом все, да? Здесь что? А, сзади можно фары добавить, соответственно,
на, как говорится, на цвет и вкус вы как хотите. Это вот, в принципе, можете на все как вы хотите, да, то есть по-вашему, либо просто стандартно ставить. Ладно, хорошо, внутри что? Ну, блин, ребят, очень много всего, очень прям много интересного. Плюс такой роль, либо дополнительно мы можем, пожалуйста, на цвет и вкус все это ставить. Хорошо, здесь у нас, к сожалению, у нас не прописано. Вот. Плохо. Так, это ладно. GPS либо вот тоже мы можем ставить. Круто, хорошо. Здесь что? А, это сами решетки. Все, я понял. Все стоково, все прям. Некоторые вот это бам. Вот это что мне не нравится. А, это эти. То, что мне не нравится, это что, вот видите, не прописывается. Почему, не знаю. На пассажирском мы, в принципе, все можем поставить. Все дефолтно, но, к сожалению, не все прописано. Хорошо, здесь что? Вода и так далее, все это, пожалуйста, ставится. Здесь то же самое, некоторое что-то не прописано. Мятные, конфетные, леденцы и так далее, все это ставить. Окей, ладно, очень что-то мы с вами долго туда, здесь засмотрелись, так сказать, на него. Ну, очень интересно, ребята, я честно сказать, что я даже забываю, что у нас есть Америка и что-то выходит. Потому что очень давненько мы с вами снимали обзоры на Америку, в основном на ETS-ке все идет. И, соответственно, в пятницу готовится очень хорошая карта, возможно, даже для Америки Truck Simulator карта хорошая. Я ее поставлю, посмотрю, она работает или нет. Если нет, то плохо, конвой пойдем. Ладно, посмотрим, короче, все решится уже чуть поближе к пятнице. Так, что у нас по звучанию? Сонь, хвост. Хорошо. Ну, звук прикольный, звук мне нравится. Хорошо. А вряд ли, да, что-то есть. Ну ладно. Есть. Анимация, у нас все присутствует. Здесь что-то я не вижу, чтобы у нас анимация самих этих. Света анимация. Ну ладно. Стоп сигнал. Нет у нас анимации. Я честно не вижу, чтобы стоп сигнал был. Где-то что-то хотя бы анимировано было. Ну ладно, хорошо. Стекла работают. Хорошо. Все, на стекла работают. Ладно. Я что-то по анимациям как бы в целом не понял. Ну ладно. Слушайте, ну мне уже нравится. На таком красавце, я думаю, что на по-любому покататься. На таком красавце. В принципе... Ну да, коротенькие очень сильно передачи, но ничего страшного, 5 передач, я думаю, что нам достаточно будет. Слушайте, ну блин, ну мне пока нравится. Прям прикольно, прям удивительно на таком красавце, почему бы не покататься на самом деле. Я, честно, конечно, в шоке немножко от него в плане всего вот этого. Давайте мы посмотрим прицеп. И если есть что-нибудь, мы с вами его возьмем. Конечно, очень сильно под него прицепы подбирать, это очень сложно. Потому что ему прицепы не идут. Ну, в принципе, ладно, ничего страшного. Что у нас по прицепу? Да, у нас есть все присутствует, пожалуй, без всяких проблем. По прицепу, я же говорю, у него подбирать очень сложно для него что-то подобрать. Особенно вот такие старые прицепы. А в целом, мне скажу, очень сильно нравится, реально, на самом деле, прикольный модик. И на таком красавце покататься, прям удивительно, реально. Не, на самом деле, я скажу, что классный мод. На самом деле, да, классный модик, и на таком, блин, ну прям, я думаю, что по-любому надо катнуть на таком, прокатиться 100%. Ребят, все ссылки в описании, скачивайте 100%, модик советую, мне очень сильно понравился. Да, я что-то не понял по анимациям, особенно по свету и так далее. Может быть, я не спорю, что они присутствуют, но может быть, я не увидел, хрен его знает. Ну ладно, а мод самый классный, на самом деле классный.
Слушайте, ну прикольно, прикольно. Ну почему таких модиков немножко не выпускать попозже, особенно под Америку? Блин, я очень сильно жду, чтобы такие интересные старички выпускались под Америку, под 1.43. Ребят, вот такой модик. С вами канал 24. Скачивайте на здоровье, катайтесь и будет круто. Ну и самое главное, то, что сказать, на канале 440 подписчиков. Огромное вам спасибо. Каждому говорю, да, потихонечку растем. Потихонечку растем. Мало стримов, знаю, ребята. Извините, работа есть работа. Надо зарабатывать денежку себе на какие-то новые девайсы, чтобы вам показать, а мне приятно. Вам показать, вам посмотреть. Поэтому так вот, ребят, стараемся, растем. Не дай бог ты пипикнешь сейчас сзади. Я тебе назад сейчас перееду. Растем. Если... Ну тут, блин, это он сзади вот человеку стоит на форе. Да пошел ты. Осуждаю. Вот, растем потихонечку. Я думаю, что наберем до определенной суммы, до определенной 450 подписчиков, которые где я планирую разыграть вам аккаунт Epic Games с 58 играми. Но это когда будет 450. Поэтому растем, 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 еще раз растем. Огромное вам спасибо за 440. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о канале 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. 100% надо на нем покатать. Пока-пока.